спину не бьем в столб. Друзья, всем привет! С вами канал Пуля ТВ и наш новый проект Headshot MMA. Сегодня сразятся 8 участников. Это 16 соперников, которые готовы ради победы на все. Мы находимся в клубе Альфа в городе Владимир. Если ты боец или если ты хочешь стать бойцом, приходи сюда, здесь тебя всему научат. Бойцы уже готовы, сидят в своих раздевалках и ждут начала поединков. А мы готовы. Ребят, давай пошумим! Итак, первая пара у нас пойдет Джафаров Гасан. Вес 80 килограмм, 20 лет. Поприветствуем участника! Ребята, его соперник с обеда Владимир! Меня зовут Джафаров Гасан, я сам азербайджанец по национальности, мне 20 лет. Живу в Владимире. Занимался самбо с детства, получил кандидата в мастера спорта в 16 лет. От сегодняшнего турнира я жду победы. Сопернику я пожелаю своему самое главное без травм и удачи. Всем привет, зовут Владимир Сабетов, сам дагестанец. Родился и живу здесь, в Владимире. Долгое время в спорте, но перерыв был, к сожалению. Сегодня постараюсь показать яркий, красивый бой. Буду работать в стойке, а дальше посмотрим, как пойдет. Всем спасибо, ребят, кто пришли. Огромное спасибо. У меня была очень сильная поддержка. Я не мог проиграть. Ко мне ребят из Москвы приехали. С Александровым. Всем спасибо. У меня один вопрос. Ты идешь с нами дальше? Конечно, братан. Куда вы без меня? Поприветствуем! В борьбе не очень подготовлен. То есть не рассчитывал? Ну, рассчитывал на бой в стойке. Все равно показал яркий бой. Спасибо тебе большое. Еще раз лучше нас участвовать. Конечно, позовете обязательно. Ну, я думаю, мы тебя еще позовем. Давайте, всего хорошего. Всем спасибо.
Так, ребят, вторая пара у нас идут. Романов Александр, вес 70 килограмм, 34 года, рекорд 0-0. Встречаем! Поприветствуем бойца! Зотов Роман! Вес 0-0, 26 лет! Всем добрый вечер, меня зовут Александр Романов, и мне 34 года. Сам я из города Владимира, родился, жил здесь, потом переехал в Москву. Я занимался кикбоксингом, боксом, грэпплингом, джиу-джитсу вот со временем стал вот недавно заниматься. И в этом бою я хочу продемонстрировать все свои бойцовские навыки. Своему сопернику я пожелаю удачи, хорошей подготовки, чтобы он продержался весь бой. Здравствуйте, я Зотов Роман, мне 26 лет, родом я из Владимира. На протяжении 11 лет я занимался видами спорта, тайский бокс, кикбоксинг. Я являюсь кандидатом мастера спорта по тайскому боксу, а также кандидатом мастера спорта по кикбоксингу. Я пришел на этот турнир не для победы, а для участия. Жду я хорошего боя. Работай, сэр! Забивай! Вот! 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 Вот!
Итак, ребят, бой был очень сложный и очень нервный, и для нас в том числе. В общем-то говоря, у нас ничья, оба победили. Роман, у тебя был очень серьезный соперник. Вы отстояли все 5 минут. У вас был очень жесткий бой. Скажи, пожалуйста, опиши свое состояние, свои ощущения. Да, никаких ощущений у меня нет. Мне все понравилось, соперник был хороший. Я пришел сюда, как потренироваться. Все, спасибо. Опиши свое состояние, свое ощущение. Ну, я выложился на все 100. Было очень-очень тяжело. Соперник, видно, что занимается, раньше занимался. Ну, просто супер, все, супер, мне понравилось. Вы просто порвали зал, вы порвали нас. Спасибо вам большое за бой, поздравляю. Итак, ребят, у нас третья пара. Гасан Алимов, 94 килограмма, 17 лет. Рекорд 0-0. Встречаем! И его соперник Андрей Михеев, 23 года, 92 килограмма. Рекорд 0-0. Встречаем его! Всем добрый вечер. Меня зовут Гасан Алилов, мне 17 лет. По национальности я лезгин, сам из города Владимира. Я всегда занимался для себя, не было цели показывать как-то это публично. Но сейчас есть такая возможность. Скажу так, боец я универсальный, могу и в стойке поработать, и побороться. Настрой у меня боевой, я заряжен на победу. Сделаю все, чтобы победить сегодня. Меня зовут Андрей Михеев, мне 23 года. Я родом сам из Связняковского района. Я никогда ничем не занимался. Пришел сюда просто проверить себя. От сегодняшнего турнира жду пиздец, нихуя, жду пиздец, жду. Что ты нам сегодня покажешь? Красивый зрелищный нокаут. Первый раз на почетчину, второй раз. Первый раунд. 1 минута, 13 секунд. Победил Алимов Гасан.
Итак, ребят, четвертая пара. У нас идет Рудник Михаил, 73 килограмма, 23 года, рекорд 0-0. И его соперник Гречкин Данил, 74 килограмма, 18 лет. Встречаем его. Встречаем бойца! Всем привет, меня зовут Михаил Рудник, мне 23 года, родом из города Владимира. Я занимался футболом большую часть жизни, потом перешел, меня отец познакомил с Михаилом Марковичем Маркиным, тренером по кудо. Получил 9-й дан, затем перешел в бокс, занимался армейским рукопашным боем. Покажу зрелищную схватку. Всем привет, меня зовут Данил, мне 18 лет, родом я из Ташкента. Я занимался дзюдо 4 года, тайским боксом 1,5 года и ушел в борьбу. Я думаю, что мои борцовские навыки помогут мне одержать победу. Итак, 2 минуты 9 секунд. Первый раунд. Победил Гречкин Данил. Итак, Данил, как тебе ощущения, как тебе бой, как тебе твоя победа? Расскажи нам. Я с самого начала настраивался на победу. Большое спасибо сопернику за такой хороший бой, красивый. Все, молодец, мы тебя поздравляем, ты показал яркий бой. Пойдешь дальше к нам участвовать? Обязательно. Все, красавчик, иди. Рудник, что там у тебя, рассечение? Нет. Давай, Мишань, рассказывай, что, как, почему проиграл, почему так случилось? Соперник был хорош. И вправду хорош, да, немножко паника там была какой-то. Да. Ну что ты, как твои ощущения свои напишешь? Надо было лучше готовиться. Ты плохо готовился? Ну, не, нормально, но... Пиво пил? Он был лучше, нет. Нет, готовился, да? Молодец, красавчик. Красавчик. Все равно красавчик, мы тебя ждем еще. Да, восстанавливайся, да, тренируйся, ждем еще. Обязательно.
dropping it low. Took me a minute to comprehend what I was looking at. Working that body, I'm about to wish low. Throwing up racks, fucking up, throwing up racks. Leaving the trail of that paper to cover my tracks. Shouting, you coming up fast. Итак, у нас пятый пар идет. Илья Соломинов, участник слева. И его противник Глумов Хасан, участник справа. Всем привет, меня зовут Илья, по кличке Дэдпул. Я из города Владимира. Боевыми единоборствами я не занимался никогда. Я закончил музыкальную школу. Здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Хасан, мне 18 лет, я родился в Узбекистане, город Андижан. Я занимаюсь боевой самбо один год, два года рукопашным боем. Своим соперникам я желаю удачи. Итак, ребят, с шестой парой у нас идет Чаниев Ислам, 23 года, рекорд 0-0, 165 сантиметров. И его соперник Мелконян Гриша, вес 60. Приветствую всех, всем ассаламу алейкум. Я Чаниев Ислам, мне 23 года. Я с Ингушетии, по национальности ингуш. С детства я занимался классической борьбой у тренера Багаудина Хакиева в Ингушетии. Потом я перешел в рукопашку и занимался там 3 года. Сейчас я занимаюсь профессиональным ММА под руководством клуба Iron Fight и выполнил мастера спорта. От сегодняшнего турнира я хочу набраться опытом и дальнейшего карьерного роста. Yeah.
Мы сейчас ждем седьмую пару. Ребята, стойте, нет, сейчас будет мой. Я не буду драться. Счет, я сейчас посмотрел пару. Это 8-0, Константин. Это мой один очень старый знакомый, хороший друг. Тяж, вес 85 килограмм. Призер чемпиона мира. И первое место в Европе занял. Были молодые, нет, кого это было юношеское соревнование. Я помню, когда смотрели, да, Удов идет, хуясь, он же чемпион мира. Короче, сейчас он у нас будет драться в клетке против нехилого соперника, 95 килограмм, 18 лет, переросток, 195 рост, Илья Владимирович. У нас тяжи, ребят, тяжи, прям сейчас уже жестко будет. Сейчас будет. Вы хуете на этот рост, когда увидите, просто 18 лет. То, что он говорит, Удов чемпион мира, я говорю, его соперник об этом ничего не знает. Нет. Здравствуйте, меня зовут Костя, мне 23 года. Родом я из Владимира, здесь родился, здесь живу. Занимался самбо с 7 лет до 21 года. Здесь мастер спорта по самбо. Был вторым на первенстве мира по самбо, третьим на первенстве Европы. Я настроен сегодня зарубиться со своим оппонентом. Надеюсь показать сегодня красивый бой. Ну, сопернику я пожелаю, чтобы бой прошел для него без травм. Я Смирнов Илья Владимирович, мне 18 лет, город Семенов. Я занимаюсь 4-й год кудо, чемпион области по юниорам. Сейчас выступаю взрослых. От сегодняшнего выступления я ожидаю выложиться полностью. Настрой у меня боевой, сопернику пожелаю удачи. Скажи нормально. Я уж похлопал, он дальше начал. А он дальше начал. Хорошо, это понял. Я не почувствовал. После того, как он похлопал, почему ты начал продолжать? Я не почувствовал, что он похлопал. Ты не почувствовал, все хорошо. Должен, значит, судья разъединить нас, правильно? Хорошо. Чуть чувствую. Давай вот. Все, он просто не почувствовал, что ты похлопал. Все, не жди, все нормально. Слав! Ребята, 20-я секунда первого раунда. Победил Удов Константин. Поздравляем! Илюх, у вас такой неоднозначный бой случился. Скажи, пожалуйста, свой комментарий. Смотри, я подошел к ребятам, мне сказали, что ты постучал, один раз ударил, поэтому он не расценил это как сдачу, понимаешь? Ты должен был постучать несколько раз. Что ты об этом думаешь? Еще я об этом не думаю. Просто, может, не почувствовал, не стоит. Ну так, ты один раз все-таки постучал? Да, один раз. Это правильно или неправильно? Да, правильно. То есть этого достаточно, чтобы... Хорошо, твоя позиция нам ясна. Какие-то еще есть претензии? Нет. Так все нормально? Разочаровался, что проиграл, да? Ты вправду очень дико начал, очень хорошо. Мы прям вообще офигели от этого начала такого. Вы еще у нас такие гиганты, парни большие. Вот. Но все равно спасибо. Спасибо тебе большое. Костян, только что был у твоего соперника в раздевалке, спросил у него, что не так, почему он так себя некрасиво повел после боя, на что он ответил, что он сдался, но ты этого не заметил. Я сейчас подходил к ребятам, которые сидели за клеткой, они говорят, что он ударил один раз, то есть он не постучал несколько раз, чтобы ты это расценил как сдачу. Да, он один раз, получается, стукнул, я подумал, судья не останавливает, то есть судья должен был нас остановить просто руками, он не останавливает, но я по речи поддал. Но с другой стороны, судья мог и не видеть, что он тебе постучал. Ну, может, он постучал, не без разницы сейчас. Мне очень понравился ваш бой. Вы очень дико круто начали. Ну и так это быстро, конечно, закончилось. Спасибо тебе за твой бой. Ты просто лучший. Поздравляю тебя с победой.
Итак, ребят, наконец-то восьмая пара у нас. Стяжи пошли. Дмитрий Воробьев, вес 80 килограмм, рост 185 сантиметров, рекорд 0-0. Джафаров Максим, вес 79, рост 176, рекорд 1-0. Всем привет, меня зовут Максим, мне 27 лет. По национальности я азербайджанец из города Александров. С 9 класса занимаюсь самбо и дзюдо. Несколько раз был призером первенства России по самбо. Участвовал в чемпионатах ЦФО по самбо и дзюдо, был также призером. Сегодня я продемонстрирую свои навыки борьбы. Всех приветствую, меня зовут Дмитрий Воробьев, мне 19 лет, живу город Муром. Представляю клуб «Молот». 3 года дал боксу. Сначала занимался тяжелоатлетикой. 4 года дал тяжелоатлетике. Я в сегодняшнем бою хочу показать ударную технику. Сначала рукой, а потом сначала плечи, а потом плечи. Максим, да, да, да!
очень яркий, очень зрелищный бой. Расскажи свое ощущение от этого боя. Немного волновался. Ну, видно, да, есть такое. Вот, значит, выложился на свои 70%. Доволен боем, в принципе, сделал все, что хотел, все, что задумывал. Вот. Спасибо большое организаторам. Соперник был неплохой, чуть видно горел. Вот. В целом ничего, показал тоже пару раз ударную технику свою. Да. А так в целом молодец. Уважение сопернику. 100%. Все, красавчик, я тебя поздравляю. Спасибо. Володь, ты у нас был на замену, да, из-за этого ты не успел подготовиться. Мы решили, чтобы не оставлять тебя, да, без приза, подарить спортивное питание от наших спонсоров Energy 33. Хороший бой показал, мне очень понравилось, честно. Возьми, пожалуйста. Все, ждем тебя снова. Спасибо за то, что ты впрягся. Диман, спасибо тебе за отличный бой. Ты пропустил очень серьезный удар. Из-за этого ты уже не мог продолжать. Но ты показал очень яркий бой, очень хорошо боролся. Наши зрители тебя очень сильно поддерживали. Даже у меня уже прям. Я прям настолько за тебя болел. Мы хотим тебе подарить подарок. Спортивное питание от наших спонсоров. Мне, пожалуйста, восстанавливайся. Спасибо большое. Набирайся сил, приходи к нам снова, мы тебя ждем. Ко всему присоединяюсь, красавчик, молодец. Ребят, с другого города приехал, чтобы участвовать в нашем шоу. Респект таким людям, как ты. Спасибо тебе еще раз. Спасибо. Давай концов. Хочу сказать спасибо моим родителям, то, что за меня болели, моим друзьям, моему тренеру за то, что меня привел сюда. И спасибо вам большое за то, что вы предложили мне поучаствовать, показать себя. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, что пришел. Спасибо. Я вам сразу говорю, что этот парень вообще не боец. Он вообще не боец, он любитель. И он пришел сюда просто посмотреть, на что он способен. Вот он проверил, на что он способен. Мы его поддерживаем. Мы ему сейчас подарим. Мне знаешь, что можно только дать? Оттуда этот термос. Шейкер. На, дорогой. Держи термос. Спасибо, брат. Все. Короче, ребят, я считаю, что все прошло на уровне, всем все понравилось. Было очень много народу. Все кричали, поддерживали своих героев. И я считаю, что это только начало. Дальше больше, как говорится. Обязательно поддержите нас лайком. Напишите любой комментарий. И в этот раз деньги не будем предлагать. Вот здесь сейчас появится комментарий, который в предыдущем конкурсе выиграл 10 000 рублей. Обязательно посмотрите все предыдущие выпуски, потому что это были почетчины. И почетчины не заканчиваются. Мы обязательно набираем людей. Набираем людей на почетчины. Набираем людей на бои. Если ты дерешься, если ты умеешь драться, мы будем рады тебя видеть в нашей клетке. В первом выпуске, как мы говорили, что мы сделали пощечины, для нас это было вообще просто, да, мы сделали с нихуя, мы сказали, что мы через 2 месяца сделаем бои, прошло два месяца, и мы уже сделали бои, первый раз в этом городе, впервые сделали бои, спасибо большое, мы заканчиваем. Вот там подписаться. Ребята, отдельно хочу поблагодарить Максима, директора этого спортивного клуба «Альфа». Обязательно приходите сюда тренироваться. Это шикарный клуб, вы сами все видели. Приходите, тренируйтесь, занимайтесь спортом.